Катаризм и духовность Менезанга, сегодняшнюю эту агаму сопровождает квартет Моцарта номер 20, отрывки, играем вживую, а помогает мне мой обожаемый сын, наш брат Братислав. Звучит отрывок из первой части 20-го квартета. О катаризме в 21 веке бесполезно говорить без возрождения Менезанга. То есть песнь Мене, воспевание Мене, прямой наследник катаризма Менезанг 14-17 века. О Менезанге бесполезно говорить без Моцарта. Моцарт дважды Менезингер, мастер, маэстро Менезанга. Как говорится, в 18 веке, не успев родиться, еще в утробе матери воспевал Мене. Поскольку в 16 веке приходил как минический гений, был казнен 32-летним в расцвете лет в Чехии. И повторная инкарнация гениальный музыкальный город Сад во второй половине XVIII века в Австрии. Моцарт, каким мы его знаем. Да. Гениальный музыкальный город Сад.
Будучи самым популярным композитором современной ойкумены, то есть не только Земли, но и совокупности добрых миров, Моцарт искажен по причине запрета на Минезанг, запечатан, запрещен, подобно оригинальному Христу. Чайковский вроде бы назвал Моцарта музыкальным Христом. Не метафора только. А Моцарт реально музыкальный Христос. Продолжение царя-помазанника на Соловьиной горе. Как музыкальный Христос Моцарт выступал в двух ипостасях неразлучных. То есть он был Христом, великим реформатором, мессией и помазанником –